Я пропоную послухати інтерв'ю однієї людини, з якою ви не просто ділили одне житло під час ваших зйомок і гастролів в Москві, а й побут, ваш спільний побут. Ой, да, да. Ну от він буває такий, закривається в собі, і це видно по це видно тільки знаючий чоловік, тільки може розшифрувати це. Один я підмічав це, підмічав. От він наливає собі чай і от так застиває в одній позі, я бачу, что у него что-то, какая-то проблема. Но он никогда не визуализирует, то есть он никогда не экстраполирует. Он всегда держит это в себе. То бывает ворчит, бывает там бурчит, что-то там ему не нравится, там еще что-то, но это не... Это просто внешнее проявление. А внутри-то я знаю, что там стержень-то из бриллианта. Закончилась большая разница. И для меня это был большим шоком. Я понимаю, что, наверное, для Вити тоже. Но, ну а что? Долгое время нас никто не снимал, потому что у нас все равно была ассоциация с этой большой разницей. Понимаете? И должно было пройти время, чтобы начать сниматься уже со своими лицами отдельно от большой разницы. Если бы Витя остался в Москве, я думаю, что он был бы востребован. Но через год после большой разницы он начал бы сниматься с большим успехом, потому что артист он прекрасный. Но он еще нужно быть на родине. Для вас тоже было шоком закрытия великой разницы? Все кончается как по звонку, как говорит Арсений Тарковский с вами. Чему вы не лишились в России, в Москве? Зачем? У меня тут семья, у меня тут все, тут друзья. Я здесь родился. Я считаю, что человек, где народився, там и пригодився. Как говорит украинская пословица. У меня была возможность там купить. Вот Игорь купил, там предлагал, давай в 50-километровой зоне купим землю рядом со мной, поставим два дома. Я говорю, не хочу, зачем? И мы действительно с Игорем 6 лет прожили в разных квартирах, нас все перебрасывали. Но мы же, потому что мы оба были два единственных человека, которые были не местные. Мы были лимита, понимаете, такая. И Игорь очень мне дал много. Очень много дал как человек. Очень дал как актер. Мы беседовали. Он иногда меня спрашивал по своим. Вот мы когда делаешь образ, мы обсуждаем. Мы посмотрим фильм, мы вместе обсуждаем фильм. Мы когда приезжаем, эти же все по домам, а мы как идиоты, там, например, Пасха или что-то, и мы сидим как-то, пойдем церковь искать.